Как играть на сцене, если не на что жить? Таким вопросом задаются актеры Национального гагаузского драматического театра имени Чакира. По словам директора Михаила Константинова, за все годы существования театра, а это уже 13 лет, нет никакого продвижения в материальной базе, с 2001 года не обновляется кадровый состав. На сегодняшний день зарплата работников театра варьируется от 500 до 800 лей. Есть такой закон, и наши руководители, исполнители, они выполняют этот закон, который был в 2004 году, было постановление, положение, еще господином Тарлевым. Вот этот закон где-то нашли, оказывается, что наш театр должен дотироваться только 60%, а 40% мы сами должны зарабатывать. То есть 200 тысяч леев мы сами должны зарабатывать. Если не созданы условия для того, чтобы мы зарабатывали, скажите, как можно зарабатывать эти деньги? Я понимаю экономическое положение не только в Гагаузии, но и в Молдове. Я это все понимаю. Но тогда должны решить вопрос, поднять этот вопрос. И, вернее, я поднимаю этот вопрос. Нужен ли вообще гагаузский театр в Гагаузии или нет? Если нужен, тогда давайте сделаем, чтобы этот гагаузский театр был. А если не нужен, тогда закончим дискуссию и все. Актеры считают, что все, что от них зависит, они стараются выполнить. На изменение ситуации в лучшую сторону уже не надеются. Чтобы как-то выжить и иметь возможность заниматься любимым делом, многие актеры вынуждены уезжать на временные заработки. По сравнению с тем, что я получал еще раньше, чуть-чуть выше, конечно, получаю, но на сегодняшний день это вообще абсолютно просто меня никак не устраивает. У меня двое детей, жена на мне сидит дома с ребенком. И как-то надо, я не знаю, продвигаться, а просто на мою зарплату одну, и ничего не могу сделать абсолютно. Последний раз я получил 810 леев. Я не знаю, сколько я еще протяну, потому что жена как бы... как нормальная женщина, хотела бы иметь мужа, который зарабатывает деньги, приносит домой хоть какое-то, я не знаю, хотя бы за услуги заплатить. Не говорю там одеваться, ребенок ходит в школу, следующий ребенок пойдет скоро в сад. То есть я не знаю, как дальше будет. На заработки езжу. 5 лет уже по полгода, меня здесь нет. В Турцию. Я работаю с 2005 года в этом театре. Условия, конечно, здесь сложные, очень много нюансов. Зарплата вообще никакая, можно сказать. Поэтому приходится как-то где-то подрабатывать. Я сам вообще по специальности, хотя как бы я работаю актером, но я сам по специальности плотник. Поэтому я беру частные заказы и работаю так, только так выживаем. Работаю эту, люблю очень. Все время надеюсь, что что-то изменится, но пока не вижу особого просвета. Тяжело, очень тяжело. Национальный гагаузский драматический театр имени Чакира был создан в 1997 году. С тех пор о нем стало известно не только в Молдове, но и за рубежом. Актеры театра неоднократно выступали на международных фестивалях. В этом году, в апреле, по приглашению они покажут свои работы в Турции и будут участвовать в юбилейном международном театральном фестивале «Наурус» в Татарстане.